Всем привет, меня зовут Полина, и сегодня я буду снимать для вас новое видео. Я наконец-то открываю сезон новогодних видео на своем канале, я очень долго этого ждала. И, кстати, скоро совсем выйдет видео, как я буду украшать свою комнату и елку. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Также поставьте лайк, если вам понравится это видео, ну и давайте же начинать. В сегодняшнем видео я расскажу вам несколько идей новогодних фильмов, которые полностью передадут вам новогоднюю атмосферу, вы за от них зарядитесь новогодним настроением. И я почти все эти фильмы посмотрела, и мне они очень понравились, поэтому давайте же скорее начинать. В сегодняшнем видео я расскажу вам несколько идей новогодних фильмов, которые полностью передадут вам новогоднюю атмосферу, вы за от них зарядитесь новогодним настроением. И я почти все эти фильмы посмотрела, и мне они очень понравились, поэтому давайте же скорее начинать. Клаус. Владелец почтовой империи хочет проучить своего ленивого сына Джеспера. Он отправляет его на крайний север, где юноша должен обработать больше 6000 писем. Но когда Джеспер прибывает на почту, то видит два семейных клана, которые враждуют друг с другом. Ему придется примирить их ради Нового года. Вилли Вонка и шоколадная фабрика. У меня у одной этот фильм ассоциируется с Новым годом. Эксцентричный кондитер Вилли Вонка способен осуществить мечты любого ребенка. В качестве коммерческого приема он спрятал 5 золотых билетов в шоколадные батончики и решил испытать честность победителей. Но во время тура по стране лакомств необходимо соблюдать твердые правила, иначе не будет самой главной награды – пожизненного обеспечения шоколадом Вилли Вонка. Дорогой Санта, это Кейт Пирс. Рождественские хроники. В канун Рождества брат с сестрой Кейт и Тедди Пирс собираются заснять на видео появление Санты. Дерзкий замысел выливается в необыкновенное приключение, о котором дети не могли и даже мечтать. Вместе с преданными эльфами и волшебными летающими оленями они помогают Санте спасти всеми любимый праздник. Я посмотрела этот фильм полностью, и мне он очень понравился и очень поднял мое новогоднее настроение. Вот почему меня всегда так рисуют? У меня что, такая здоровая задница? Любой бы на месте Гринча позеленел, взбесился. Как порядочный интроверт, он живет в темной пещере на самой вершине горы, подальше ото всех. Но эти все готовят грандиознейшее празднование Нового года. Они шумят, все украшают и дико бесят Гринча. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник, Гринч решает украсть Новый год. Санта и компания. Прямо перед самым Рождеством 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг. Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на землю за витамином С, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в нем самого главного в мире волшебника. Николь. История приключилась в канун Рождества. Все радуются, готовятся к празднику, а тем временем в домике Санты происходит кризис. Санта, отработав века, уже не в состоянии выполнять священный долг. По всем законам его должен заменить сын, но в самый неподходящий момент он заболевает. И теперь надежда только на Николь, дочери виновника праздника. Но эта девчонка не может подойти к этому серьезно, да и вряд ли справится с таким непосильным трудом. И с этого момента начинается веселье. Пришло время принимать все прелести семейного дела. Это Рождество станет самым незабываемым, особенно для главной героини. Ну и на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и вы обязательно посмотрите все эти фильмы и проникнетесь новогодним настроением. И поставьте лайк, если оно вам понравилось, и подписывайтесь на мой канал, потому что я очень стараюсь для вас. И на этом все. Пока-пока!